Всем привет, друзья, с вами я, Жека Кул. Мы с вами находимся в парке Стрельна, на который вы уже видели обзор. Если вдруг увидите тут что-то пушистое, не пугайтесь, это просто ветрозащита на моем микрофоне. Сегодня, друзья, я вам покажу трюк, который называется Old School Flip. У меня еще, когда я был в Израиле, выходило видео, где я делаю олдскульные трюки на скейтборде, и там я делал как раз таки Old School Flip. И вы, мои подписчики, в комментах писали, что хотите увидеть обзор и обучалку на этот трюк, поэтому, друзья, сегодня вы его увидите. Погнали! Ну а перед тем, как начать, обязательно подпишись на канал, поставь лайк авансом, ну а мы начинаем. Сейчас мы научимся с вами делать Old School Flip. Давайте я вам покажу, как он выглядит, чтобы вы вспомнили, что это такое вообще. Суть трюка заключается в том, чтобы вы сделали кикфлип, но только не щелчком и выводом ноги, как это обычно делается, а сделали кикфлип двумя ногами. То есть закрутили доску двумя ногами, не одной. Если вы регуляр, то ставим ноги так же, как я. Если вы гуфи, то ставим точно так же, только наоборот, в гуфи. Берем переднюю ногу, ставим так, чтобы вам было удобно ею надавить на край доски, чтобы за этим повлечь ее движение в сторону кикфлипа. Правой ногой, то есть задней, мы с вами поможем левой ноге. Мы с вами должны подцепить вот этим местом ребро доски и помочь доске закрутиться в сторону кикфлипа. Этой мы давим очень сильно, а этой мы помогаем, то есть подкручиваем вверх. То есть должно получиться вот так. И, конечно же, мы с вами должны прыгнуть в ту сторону, в которую мы закручиваем доску. Я надеюсь, вам понравился этот трюк. Пробуйте, не сдавайтесь, у вас все получится. Этот трюк, конечно же, делать удобнее на узкой доске, потому что ее проще закрутить. Если вам понравилось видео, обязательно поставь лайк. Если у вас есть какие-то трюки, которые вы хотите научиться, и хотите на них обучалки, обязательно напиши в комменты трюк, который ты хочешь научиться, и я сниму на него обучалку. Если, конечно же, я умею этот трюк делать, который вы хотите научиться. Все, друзья, спасибо, что смотрели. До скорых встреч. С вами был я, Жека Кул. Увидимся в следующих моих новых видео. Всем пока.